Садальский и Васильева ждут ребенка. Актер в свои 66 лет серьезно задумался о продолжении рода и пошел в бой. Уже состоялось оплодотворение и беременность. 3 недели, которая протекает хорошо. Только не все так просто. Как оказалось, актер воспользовался услугами необычной матери, о чем рассказал в соцсети. По его словам, необходимая процедура прошла в одной из клиник Канады, а вынашивает ребенка его партнерша по сцене. Наблюдают за ее состоянием российские медики. Станислав пожаловался, что едва поспевает за шоу-бизнесом вслед за Виторганами, Галкиными и прочими, и сообщил, что взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова Татьяны. Какой именно, актер не уточнил. Умолчал он и о том, сам ли он является отцом будущего ребенка. А на снимке, приложенном к этой новости, артист позирует у входа в клинику с Татьяной Васильевой. В чудесное время мы живем. Суррогатное материнство, суррогатные семьи, суррогатная жизнь. «Жизнь – яркая штука, как ни крути», – написал Садальский. Интересно, что возможность прокомментировать свой пост актер заблокировал. Может и правильно. А то ведь понапишут. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!